Численность амурского тигра возросла на земле леопарда. Научные сотрудники национального парка получили новые данные о состоянии популяции краснокнижного хищника на юго-западе Приморского края за последний год. Мы обработали последние данные фотомониторинга с нашей территории и выяснилось, что за учетный период у нас отмечено на территории национального парка с охранной зоной в заповеднике Дровопать 48 взрослых амурских тигров и 10 тигрят из 5 выводков. Это можно объяснить, рост показателей минимальной численности можно объяснить проводимыми природоохранными мероприятиями, которые включают охрану территории, борьбу с нарушителями охранного режима и оптимизацию кормовой базы крупных хищников. Это все повышает выживаемость молодых особей, об этом свидетельствует тот факт, что из 48 отмеченных тигров 15 являются новенькими, и большая часть этих новичков – известные подросшие тигрята, которые ранее отмечались вместе со своими матерями на нашей территории. Важным признаком стабильности группировки является выявленное в ходе анализа численное превосходство самок над самцами. Тигриц на земле леопарда почти в два раза больше, чем тигров. В настоящее время во всем ареале в России обитают порядка 750 амурских полосатых хищников. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.